Итак, ребят, на сегодня, пожалуй, наше приключение закончится. В принципе, еще время позволяет, но третий день, как бы, да? А, нет, второй день. Второй день, как бы тяжеловато. Все время на солнце, небо чистое, как вы видите. Чисто-чисто. Вот, и, пожалуй, что у нас сегодня было интересно, вы, наверное, видели. Стандартные находки я не показывал, ну, советики. Рядовые пятнашки, двадцатки, в общем, это я ничего. Только цари и интересные находочки, которые сейчас я вам покажу. Итак, ребят, в поисках фундамента. Верховая. Аська зацепила. Аська. Ребят, Асечка зацепила двушку. Смотрите, какой сохран. Смотрите, какой 1905 год. Бомба. Сразу видно. Не фундаментный сохран. Вообще огонь. Зачетно. Зачетно. Класс монета. Только щеткой с мылом и все. Готовая монета. Вкусняха. Вкусняха прям около какахи. Какаха к вкусняхам. Это, знаете, да? Традиционно всегда бывает. Обосрут птички машинку. Или что-то в этом роде. Говорят сразу к деньгам. Вот вам деньга. Ладно, идем. Ребят, только что вон переехали оттуда. Я там как раз вот двушку снял. Машину поставил только. Смотрел на этот фундамент, который сделан. И Михалыч тут уже, знаете, верховую дернул. По ходу сенсации. Он сегодня жаловался, что я фартовый. Да, что у меня цари. Охренеть, смотрите, какая шайба, ребята, верховая. Екатериновский пятачок. Прикиньте, ребята. Эх вы, ребята, кто здесь шурфит, кто здесь ходит и ни хрена не подняли такую крупную монету. Вот вы балбесы. Смотри, на пол штыка лопаты. Офигеть. Ну, красавчик, держи. Заслужил, сколько ты сегодня наковырял. Видишь, дальше не шурфлено, Михалыч? Но. Вот стоит, вот фунт. Наверное, вот этот фунт. Да, они рядом все были. Как бы не вот этот фунт или вот этот. Да, ну Катя, ёпты. Вот, смотри, суслик видишь, выдрал, вон засыпка. Ну, в принципе, да, засыпочка есть, и он, причем сопутка, вон, видишь, Михалыч, там? Да? Сопутка даже, вон, видишь, там? Угу. Суслик помогает нам, ребят. Смотрите, свежие капки. Вот капок, свежий. Вот капок, вот капок. Вон капки кругом. И Михалыч вот здесь вот вытащил Катин пятак. Катин пятак, крупная монета. Как ее мимо можно пройти? Ванишь, ёшкин кот, ванишь. Ладно, пойду я тоже прибор заряжать. Ребят, Михалыч рядышком с этим фундаментом пятак откопал. А я решил вот этот фундамент попробовать. Правда, он пробанный чем-то, кем-то. Но мне больше этот нравится тем, что шурфленый всего здесь вот на штык лопаты. А сопутка, здесь куча сопутки. Как черные горшочки, как и обычные. Стекло, кости, ну, как и должно быть. Вот, по-моему, даже стекло квадратное есть. Ну, Михалыча, давайте к соседу придем, посмотрим, что там у соседа. Ну, у Михалыча сопутки так таковой нету. Но засыпка. Засыпка. А, к чему я, ёшкин кот? Я верховой, ребята. Это не я копал, ребят. Верховой. Вот. Двушка. Какой сохран. 36-й год, ребят. Смотрите, какой сохран. Ой-ой-ой. Прям... как будто только что из-под кошелька. Копаем около машины. Зачетно. Далеко ходить, водичку не надо пить. Красивые места вообще. Представляете, вот в этой глуши живет всего-навсего один человек. Один. И здесь он, наверное, и останется до конца своих веков. У него здесь был дед, прадед. В общем,
деревня вымерла, остался один дом, в котором он живет. 61-го года он. 61-го. Монетки мы в доме подымали. Была 84-го. Значит, вплоть до 84-го года здесь люди как бы жили. Пасут здесь барашков и коровы. И коровы. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, долго-коротко, вот на этой заброшке, как бы за выброшенном грунте, у меня было колечко. Ну, в советское время недельки такие были. А, кстати, я вам сейчас покажу. Вот такое вот колечко, вообще тонкое-тонкое. Это раз. И конинка. Это два. Потом тишина. Я начал здесь разрабатывать. Выпал у меня вот такой вот камушек. А, где камушек? Во. И мне показалось, что от монеты. Отпечаточек. И я был прав. Выпала вот такая кислотная двушка. Причем, ребят, это вторая двушка 1870 года. Та поновей была, а эта сохран похуже. Но все же зачетная двушечка. Кайфок, кайфок. Ладно, кости лезут. Засыпка приятная. Ну и керамика с горем пополам, но вылазит. Хорошо, погнали. Ребят, не успел я сигаретку скурить. Никакой пропаганды, ребята, не курите. Прозвонка следующая. И вот она, смотрите. Вместе с вами будем смотреть, что это у нас. А это снова двушка. И снова такая же зеленая безобразная. Из одной ямки. Вот здесь вот две подряд двушечки. Ну пойдет что? Пойдет. Итак, ребята, очередная находка. Ну, я хочу вам сказать следующее. Кто здесь начинал шурфить, ему не понравилось то, что здесь не пробиться. В принципе, видите, да, вот Михалыч тоже пытался. Он говорит, блин, здесь не пробиться. Да, ребят, не пробиться из-за того, что, смотрите, какой прессованный здесь камень, бля. Это не верхний. Это где-то примерно штык лопаты, ребят. И после штыка лопаты идет мягонькая засыпочка, из которой я только что откопал вот такую прелесть. Смотрите, какой... Ох, какой красивый, смотрите. Я его не тер, не чистил. Вот какой есть, так и есть. Крестик огонь. Вот, смотрите, вот эта вот толщина, она непробиваемая. А потом идет вот засыпочка культурная. Зачетная. Зачет. Кстати, я еще ведь не прозвонил. Крестик он вывалился у меня сам. Не, все, больше нет. Ладно. Идем. Ребята, там штука выпала у меня. Итак. Ты чистишь, что ли? Как раз свой пятак. Смотрите, что у меня выпало. Побог. Нет, это не катин. Это кольцевик, кольцевик. Пятак. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Блин. Игровой, блядь. Их там, да, запилка есть. И лысый, да? Да нет. Рельеф есть. Сейчас, ребята, обязательно я кофе перекур. Блин, вот. Прям на штыке. Здесь лысый с одной стороны. Да? Ну, блядь. Сейчас почищу, посмотрим. Ёшкин кот. Ладно, шайба есть. У Михалыча есть шайба, у меня есть. Ребят, вот такой пятачок, к сожалению, после помывки оказался вот такое вот говно. Здесь затерто. Здесь имеются риски. То есть это игровая. И с этой стороны, видите, по кантику обточно.
Это делают для того, чтобы монета, когда падала, играла вот на этих вот кромках. И в основном, чтобы рисками кверху. Тогда право человека было бросать, ходить первым. Кто не знает, правило у меня... Да ладно! Правило у меня этой игры есть. Нашлась, ебать. Это такой пятак тяжелый. Итак, ребята, на сегодня, пожалуй, наше приключение закончится. Копали мы последний день с Михалычем. Остальные все разъехались, дабы сказали, находок нету, ну и нахрен. А мы вчера с Михалычем решили где-то заночевать. Нашли вот эту вот деревушку, ну, уже всеми известная, в принципе. Я первый раз, конечно, на нее приехал. Вот, нашли несколько мест, где можно было покопать. Выручил дом, который отдельно видео будет, шурфу в доме, если интересно, обязательно посмотрите. Вот. Там нормально выстрелило за счет этого, и находок у нас много. Ну, в целом, неплохо, неплохо. Возвращаемся домой с находками. Ну, а какие находки? Погнали посмотрим. Ну, а по находкам, ребят, получилось вот так вот. Выложили все на тряпочку по сопутке, ребята. Все, что интересное по сопутке у Михалыча. Вот такая пуговица пупырчатая. Седьмой. Я не знаю, что такое. Я первый раз такую пуговицу вижу. Это алюминий, да? Алюминий, пупырчатая и семерочка. Первый раз. Остальные пупырчатые, вот они, тоже было в изобилии, без цифры. Пишем комментарии. Достаточно приятный крест. Жалко, я его не заснял, когда Михалыч его выкапывал. Достаточно интересная находка. Очень интересная тем, что внешний вид огонь. Вообще огонь. Также у Михалыча вот такая вот сережка. Причем Михалыч говорит, у меня есть еще одна. То есть у него комплект. Обручалка. Вот такая вот планка. Медали, к сожалению, не нашли. У меня шмурдяк, ребят. Вот это вот от ячейки. От какой-то. Я ее взял, потому что я как бы такие подобные встречал. Если на видео видели, да? Банковская ячейка. Дальше. Зажигалка. В доме нашел, не показывал. Тоже вот такие вот колечки. Достаточно много. Раз, два. Вот такой вот интересный значок. НТО. Так, что у меня заморгало-то? Что-то у меня моргает. Аккумулятор что? Ладно, успею. Вот такой вот крестик зачетный. Не хуже, как у Михалыча. Предмет конской упряжи. Конина. Вот такой пряслица. По монетам, ребята. Михалыч, конечно, в доме откопал куда лучше. У него получилось нормально. Но меня выручили находки верховые и шурфа. Вот такой вот пятак. Че, дубль 2, да? По монетам получилось неплохо. У Михалыча вот такой вот Катин пятак. Немножко зализанный. Но он куда лучше, чем мой Катин. Ой, еле... все собрал. Александровский кольцевик. Игровой. Затертый. Зубцы. Короче, искалечен. Дальше, что у нас было еще из приятного? У Михалыча приятная двушка. Вроде как неплохая. 12-й год, 1812-й. Бодрая. Верховая, ребята. В больших кустах. Аська, 1871 год. Я даже не ожидал, что там можно ее найти. Дальше. У Михалыча. Раз, копейка 24-го. Два, 24-го. Мы сегодня стерли. А вдруг 25-й. Ну, по меди Михалыча все. По советам он классно отстрелялся в доме. У него основная масса находок именно в доме. У меня в доме было похуже, но повкуснее. Чем вкуснее, ребят? Выскочила
вот эта двушка, вот эта двушка, вот эта копейка. И копеечка А2 Александровская. Вот, остальные двушки выпали. Вот это шурфа. И вот этот верховая, ребят. Смотрите, какая она приятная, да? Вообще. Вкусная. Ее даже чистить не надо. Вот, ну, по советам банально. Ничего вкусного, интересного не было. Еще серебрушка была царская. Но, к сожалению, она мертвая, только на переплавку. В общем, как-то получилось неплохо, я считаю. Вот такое количество монет. Достаточно очень приятно. Много. Всем желаю такое количество монет откапывать регулярно. Кстати, вот про эту вещь я совсем забыл. Это вообще классная вещь. Рабочий 11k.i-sar. Кто знает, напишите, пожалуйста, чтобы я не мучил себе голову, не искал информацию в интернете. Хотя в интернете вряд ли найти. Ладно, как-то так, ребята. Класс, откопали. Класс. А начиналось все так хреново. В итоге получилось неплохо. Ну и все, ребята. Прощаемся с этими местами. Придется сейчас нарезать очередные 15, почти 20 километров по полям, трястись по грунтовке. Ну ладно, без этого никуда. Все, до новых встреч, пока, на копе. We'll be right back.